В 2022 году межмуниципальный приют для содержания бездомных животных принял почти 900 собак. Из них 575 попали туда с улиц Тобольска. Остальных привезли из Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов. 318 собак обрели новых хозяев, 79 возвращены своим владельцам. На прежние места обитания были выпущены почти 400 собак, 27 сейчас находятся на пожизненном содержании. Основная задача приюта – отлов и лечение бездомных четвероногих, поиск для них заботливых хозяев. Поэтому, если у вас потерялся домашний питомец, то его поиски стоит начать с этого приюта. Ведь именно туда поступают отловленные псы. Здесь же можно найти и взять домой верного мохнатого друга. Собаки разных возрастов очень ждут своих потенциальных владельцев.